Итак, ребята, погнали дальше. Давайте до конца доведем до ума начальный файл настройки. Я его вам сброшу уже полный, да? Итак, проверяем потихоньку. Так, debug toolbar, все, вот это у нас настроено. .env. Дальше. Это хосты настроены, secret key настроены. Installed apps. Еще раз. Pip. Пробегаемся. Пока все остальное потом установим. Django Crispy Forms есть. Clean up есть. Pillow. Pillow не помню, вставили или нет. Ой, так, не понял. А. Да, есть. Django SkyEditor. Поставили потом другие. Markdown потом поставил. Каналы поставили. Django Allow поставили. .env поставили. Django Breaks поставили. Так, ну, это мы настраивали Markdown, MKDocs. Так, ну, вроде бы все. Пробегаемся. Все, мы потихонечку ставили. Ага, наше приложение, middleware, так, templates прописан, templates пока нам хватит, апдир истина есть, контекстный процессор необходимый есть, дальше поехали. Allow backend есть. Социальные провайдеры есть. В SGI есть, но есть датабаза, потом еще Postgres, наверное, поставим. Так, валидаторы мы не трогаем, паролей. Здесь можно перевести, пока не будем переводить. Статика настроена, сразу проверяем URL. Статика настроена для дебага. Кое-что нет, не настроено, поэтому сейчас надо кое-что достроить. Так, сейчас вот что сделаете. Сейчас вот этот код, он не требует объяснения. Email Baskins, Django, SMTP, Gmail. И дальше то, что мы ставили. Дальше. Открываете файл env и здесь дописываете. Дописываете debug истина. Далее свой e-mail, который вы хотите. Пароль к e-mail. Ну и порт оставляете 587. Так, это сделать. Все у нас при помощи переменных, чтобы не загромождать файлы, можно было что-то менять, но не затрагивало уже этот файл. Что еще нам надо сделать? Надо еще на будущее кое-что сделать. Здесь в
вставляем в строку Google Recaptcha Secret Key. Здесь мы видим тоже, у нас идет с нашего ENV, GetENV, да, с нашего библиотеки, .env. Здесь добавляете Google Recaptcha, только ключ должен быть ваш. Здесь так, билиберда набрана. Почему? Сначала, если не разберетесь, идете в поиск, хватает информации. Если не разберетесь, все равно потом будем делать. Но попробуйте сами разобраться сейчас. Так, легко можно найти. Найдете без проблем. По сути, все сводится к тому, чтобы зайти на сервис Recaptcha от Google, кликнуть админ консоль. В общем, описаний куча, да. Попробуйте сделать. Не получится. Потом сделаем вместе чуть попозже. Все равно это надо для сервера, да. Пока просто настроили. А получится, значит, сюда вставляете свой API, и все будет работать. Кое-что еще мы добавим. Message tags. Текст. Отладка, вот цвета сообщений, да, добавим. Пока все. Сейчас я выложу весь файл, который у нас сегодня на данный момент есть. Поэтому, что смотрите, внимательно посмотрите, что у вас не хватает. Просмотрели видео. Ну, вам надо посидеть, до конца сделать то, что мы сейчас решили с вами, и чтобы он соответствовал. Не копируйте, пробежитесь, посмотрите. Договорились, да? Ну все, пока делайте.